Всем привет! Сегодня мы ищем рецепт простого, но очень вкусного шашлыка. Вообще, шашлык — это как святой грааль, мне кажется. Его можно всю жизнь искать рецепт и не найти, а можно найти. Сегодня мы вот в гостях у Алексея, и он нам расскажет о том, как приготовить быстро, вкусно, легко и просто шикарный шашлык. Алексей, тебе слово. Расскажи про маринад вообще. Что мы использовали, сколько это мариновалось? Ну, давно уже делаю шашлык, вот, и придерживаюсь такого правила, что мясо лучше ничем не портить. Добавляем только перец, лук, соль и заливаем минералкой буквально на 3 часа. Самый лучший и правильный рецепт. То есть 3 часов будет достаточно, да. Потому что обычно говорят, там, прячем в подвал, на 2 суток заливаем майонезом. Нет, если не хотите испортить его, то лучше так не делать. Хорошо, пока мы не начали жарить, да, какой вкус должен быть у шашлыка? Вот по твоему рецепту, почему именно минералка, что она дает? Она расщепляет мясные волокна и размягчает масло, мясо. То есть получается просто сочное мясо. Сочный, мягкий, да, мягкий шашлык. А какую часть ты использовал мясо, я имею в виду? Обычно берется всегда шея, и чем ближе к голове, тем лучше. Это самое, да. Самое вкусное, самое мягкое, да. Все ясно. Будем жарить. Ну, вот, в принципе, готов наш шашлык. Вы видели весь процесс. Мы вам показали, конечно, в ускоренном темпе. На самом деле, ушло где-то минут 30, да, у нас? Да, где-то 30-40 минут. Я думаю, наверное, сейчас самое время его попробовать и поделиться впечатлениями. Продегустирую. Ну, как? Вкус мяса. Вот, прям реально чувствуется вкус мяса, и он такой... Ну, очень вкусно. Я не знаю, как даже описать. Это мясо. Божественно вкусно. Сочный. Жуется легко. Ну, это классно. Да, я не испорчен никаким маринадом. Ничем, да. По желанию можно добавлять, конечно, соус, но тут ничего не нужно. Это очень вкусный, настоящий шашлык. Спасибо, Алексей. Будем использовать этот рецепт. Пожалуйста. А вы в комментариях пишите свои рецепты. Может быть, мы как-нибудь и проверим ваш рецепт. Спасибо.